Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Говорят, что Моисеев навсегда ушел со сцены. Певец никак не может восстановиться после тяжелой болезни. К сожалению, Моисеев уже никогда не оправится от инсульта. При этом Борис – человек, объективно смотрящий на вещи. И он осознает, что это не просто какие-то внешние проявления и внутренние трудности. Артист плохо говорит, у него ослаблен иммунитет, и речи о каком-то возвращении на сцену даже и не идет. Отсюда и появление язв на лице и на теле. Хорошо, что у него есть все же друзья, которые помогают ему материально. Очень многие артисты не могут этим похвастаться. Их очень быстро, к сожалению, забывают, никто им не помогает, и они уходят из жизни очень рано. В случае с Моисеевым такого не произойдет. В своем состоянии Борис смог с философской точки зрения найти некоторые гармонизирующие жизнь моменты, поэтому нельзя сказать, что он несчастный и страдает. Раньше певец жил так бурно, что на 10-20 жизней других бы хватило. Все это он прекрасно понимает и сейчас воспринимает как расплату, так как было некое пресыщение позитивом, драйвом и эмоциями. Поэтому Борис, как говорят психологи, в своем состоянии, в общем-то, и не нуждается в нашей жалости. Ему сейчас довольно хорошо. Несмотря на заявления врачей, желаем ему все-таки выкарабкаться и вернуться на сцену. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Всего доброго!